Мы находимся в Александрове, и это музей-заповедник Александровская Слобода. Ну, а в нашей программе Свято-Успенский женский монастырь, 17-19 век. Это и монастырь, это и музейный комплекс. Успенская церковь, однокупольная. Да, нужно тоже остановиться около первоцветов и запечатлеть эту красоту. Ой, как красиво! Александровская Слобода. Когда-то во времена Иоанна Грозного Александровская Слобода была столицей Московского княжества. Ну а мы идем в Успенскую, в Троицкий собор, вернее. Троицкий собор, 16 век. Простите, у нас нельзя фотографировать. Это южная сторона храма, и это реликвия буквально, золотые врата, царские врата. Каждый квадратик – это библейские сюжеты. Ну вот, друзья, Александровская Слобода с ее удивительными храмами. На более долгое время, потому что здесь очень много того, о чем можно рассказать, к чему прикоснуться, много святынь. За час, конечно, мало что здесь узнаешь и увидишь. Ну и за это спасибо. Тем более, что это только одна из четырех частей нашей паломнической поездки. Я здесь была ранее, но была как светский посетитель. А сейчас это совсем другое. Какая аллея, не правда ли? Наши прихожане впереди, я их догоняю. Опа, проблема, мы не можем проехать сквозь тоннель. Да.
потихоньку автобус двигается обратно. Что же будет? Там просто при выезде, там, наверное, ниже. Не думала его, что пройдет дорогу. Да нет, там проезжает. Там не может пройти. Там ниже, наверное, вот это. Придется какой-то в объезд дорогу искать. А, ну, машины-то легковые вот именно. С такой старый тоннель. Машина проезжает, а мы, наш автобус по габаритам не прошел. Едем обратно, другой путь, объездной еще. Вот не проехали, и теперь возвращаемся обратно в Александров на другую дорогу. А это была железная дорога, и под насыпью старый-старый тоннель, и по габаритам автобус не проходит.